Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Химках. В Доме культуры деревни Брехово прошла акция «Мешочек счастья». Юные жители округа вложили в каждую посылку любовь и заботу. Такое внимание ценят и ждут на передовой. Сегодня мы собирали, например, бинты, лейкопластыри, таблетки обезболивающие клали. Обязательно кладем конфеты, жвачки, холст. Кладем зажигалки. Акция у нас проходит не первый раз. Она у нас уже, да, регулярно. Как добавила Анастасия Ларцева, в скором времени волонтеры встретятся, чтобы изготовить окопные свечи для наших защитников. Сначала СВО из Химок отправили более 200 тонн гуманитарной помощи. Адреса пунктов сбора можно уточнить в Центре поддержки участников СВО и их семей. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.